Мы тебя тоже. Мне с вами пока не по-моему. Хорошо, а тебя не снимать, да? Мне не надо снимать. Ну все, погнали. Пойдем. Ну на самом деле это не она, но я ее все равно постирать хотел. Да, нам сказали, что эта куртка пахнет рыбой. Вот, это наша территория, мы здесь моем. Отлично. Что? Что-то говорят. Что мы будем убираться. Я, кстати, так и знала. Вот ты так и знала. Ну, тогда можно больше не работать. Нет, начинать убирать. А, убирать сразу? Да. Ваши чувства. Несанкционированное видео. Что? Да, у нас есть такие, у нас есть такие видео. У нас есть опыт общения с такими клиентами. Да. Забирали камеру. Ну пойдем туда. Ну пойдем. Портал. Иногда здесь дают коллективный труд, чтобы работа в команде была лучше. И как нельзя лучше, это проявляется через физический труд. Лучше всего в этой команде работает наш брат Елисей. Он очень трудолюбивый. Я вот как раз и рассказываю. Да, расскажи по чистому, что ты думаешь о своем случае? Что у них тут? Что, он про нас что-то говорил? Сачки. Я с ними больше не дружу. Если не мы... Я в игры не поеду. Никакие, говорит, стрижки. Они сачки. Они засачковали медитацию. Вот я. Надо же заснять эту медитацию дров. Он говорит, я теперь даже с ними снимать не буду. Продолжите стих. Я не буду снимать. Пиратики, пиратики, морские акробатики. Днем они дерутся. Тут они говорят. Ага. Вот, давай расскажем про Рому, про персонажа Ашрама. Давай. Про кого? Про Рому одного. Про персонажа Ашрама. Ты слышал про этого? Мы будем убирать. Нам еще... Думаешь, что они Рому снимут, убирать не будут. Нам еще лестницу быть надо. Это главная звезда этого ашрама. Учит нас капуэре. Кстати, надо заснять тоже занятие капуэры. О, капуэра это у него только отмазка. А, он тоже отмазка. Он тоже сачок. Да, он маг. Как это правильно сказать? Тантрического... Маг кофе, может быть? Маг писюна. Маг писюна. Вот, мы дровами заполнили вот это все. Там было куча-куча дров. Ну, вот ты, эту штуку всю. Николай II. По щучьему велению, по моему хотению, идите дрова сами в сани. Я вообще думаю, что надо про каждого снять какое-нибудь короткое видео. Конечно. Но пока... Филипп. Да, это Филипп. Мы пока мало о нем что знаем. А это бабочка. Очень, очень на самом деле клевый человек. Бабочка. И она первая, кто сказала, не выгоняйте их из ашрама. Поддержала нас. Сказала, клевый, как она сказала? Она сказала, оставляй их. Тут было голосование. Что ты, Елисей, как тебе в этом ашраме живется? Это твоя мечта? Ну, да, это хорошо. Надеюсь, следующее дальнейшее перевезение будет уже на самолете. Да, еще интереснее. По слухам дошло, что тебе тут девочка какая-то понравилась. Да, тут мне все девочки нравятся. А как же провидица? Провидица? Да. Ну, провидица, она должна сама прийти. Ну, как всегда.
А у тебя почему на лице красная точка? Вот я... здесь. Меда, потому что объелась. Ты опять переходишь на сыроедение? Нет, зачем? Монофруктоедение. Зачем мне это надо? Я шашлыка кушаю, шашлыка жду. Может, пойдем его сейчас поедим? Нету здесь. Есть тут шашлык. Где? Мясной? Почему мясной, сыроедческий? Ну вот видишь. Расскажи что-нибудь про Вадима. Вадим – маг гимнастики. Ну, он тоже ходит в шортах зимой. Да. Ну, вообще, все ходят в шортах. Ты что не сделаешь? Лучше качество, четкость. Я делаю. Такое ощущение, как будто минус 2 на глаза. Как у меня? Это же мое видение. Угу. Типа специальная такая тема, расплывчатая. Угу. Что-нибудь спроси, что ли? Опять челночек подкатил с баблом. Кто ты здесь? Какую функцию выполняешь? Я за всеми подсматриваю. Зачем? Пусть они увидят весь фон своей работы. Но здесь, здесь там еще. Важная деталь. Расскажи про свою мечту мультимедийную. Здорово. Ну, что ты хочешь организовать тут? Ну, вообще-то надо... Надо все снимать всегда. И вкладывать в интернет. Зачем? Потому что никогда не знаешь, какая очередная гениальная... и видео могут стать популярными и прославить тебя. Объединяйтесь в содружество. Объединяйтесь в содружество. И несите друг другу любовь. Полезных видео. Да, давайте обмениваться видео. У кого кто больше дров таскал? Трава готовим для баньки, да? А какие еще есть варианты?